Также сегодня, 6 апреля, мы с вами подойдем к могиле Элины Быстрицкой. Элина Быстрицкая – советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог. Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года. А умерла Элина Быстрицкая 26 апреля 2019 года. Ну, как уже все знают, по традиции мы возложим вам бабку от всех нас. Наш YouTube-канал Никита Добрышев. Новость сегодня пришла из Москвы. На 92-м году из жизни ушла одна из самых популярных и красивых советских актрис театра и кино Элина Быстрицкая. Она сыграла во множестве фильмов и спектаклей, но все помнят ее по роли Аксиньи в «Тихом Доне». 60 лет актриса посвятила малому театру. В последние месяцы Элина Быстрицкая сильно болела, но не спешила отказываться от работы. Прощание с народной артисткой СССР пройдет в понедельник на ее родной сцене.